и о величии России в одном таком небольшом отдельно взятом сегменте. Итак, в этом году на России закрылось 17 магазинов Ашан, гипермаркетов. Почему? У россиян банально нет денег, чтобы там покупать, эти магазины полностью убыточные. Чтобы вы понимали, что такое 17 Ашанов для России, это треть от всего количества Ашанов, которые там находились до сегодняшнего дня. Треть закрылась, у россиян банально нет денег. В то же время в Украине и в Румынии, которые являются противниками России, такими капитальными, во всем, всегда и везде, открылись в каждой по 6 Ашанов. Цветут, пахнут и приносят прибыль. Так что думайте, где там ваше величие потерялось?